И здрасте! Прибыли в полном составе на чудо-хуторок. Посмотрите, что делается. Все снегом завалило. Вот такая красота. Будем продолжать. До монголов собирать. Ножички ковырять. И вон там у Любки уже сигнал какой-то. Ах ты. Кто? Ну да, более-менее. Хрен его знает, я не прокопаю, здесь камни пошли. Сейчас. И корень, я его не перерублю. Ладно, сейчас если достанем, покажу. Есть, все, послал. Ага. Так, все, бродим. Ничего нам сегодня не дают, какие-то железячки непонятные, ну ничего интересного. Кроме сигналов палки. Сигнал, да. Будем вскрывать. Скрытие. О, видите, да? Так. А? Из этой ямы выковыривать эти оловянистые оплавыши. Пипец, оловянистые оплавыши. Что за приколы? Смотри на эти темные пятна. Мне кажется, это да, это... Железо это просто, железо. Вкрапление туда железо попали. Убьет цветным. Ой, кисло. 9 ровно. Далеко. Ага. Нет. Тут что-то. Ну вот отцвет какой-то, явно там что-то внутри. Сейчас что-нибудь достанем. Ничего, аккуратнее, чтобы я тебе пальцы не вскрыл. Это можно увидеть, да. Ай-яй-яй! Это дробильник там сидит? Да, скорее всего, пуля какая-нибудь решила. Которая просто вросла в дерево. Сколько на камеру? Да. Опирается. Дело было вечером, делать было нечего. Я нарвалась на яму с оплавышами. Я задолбалась, их оттуда доставать. Аккумуляторы плавили, наверное, эти соты. Все может быть. А это здесь? Нет. Ты смотрите. Ну вот явно. А почему тогда в другом не звенит? Это может отцвет какой-нибудь. Рука-то у меня фотогеничная. А, Санько. Точно. Какая-то... Хрен здесь. Что-то вылетел. Вон она. Вот она. Дробина. Я же вам сразу сказала, дробина. Ладно, будем сейчас переезжать куда-нибудь. Здесь что-то нам ничего не дают. Переехали мы с хуторка. Что-то нам сегодня там ничего не дают. Так, проверяем пролески. Какая хренулина выскочила. Какая-то украшалочка. Не знаю, что это такое. Ребят куда-то все разбрелись. Вот. Знаешь, пару часиков есть, побродим. Снег не ожидали, мы, что столько снега будет, конечно. Мы поедем жарить шашлык. Ну да, это Катя. Так, первый
пипец. Да, сохраны здесь никакой. Это бывшее поле, поэтому здесь... Мне интересно. Где фокус? Да. Ну, что-то. Следующий сигнальчик. Снова Екатеринка. Чуть поживее. Да. Все, идем к машине. Завтра будем продолжать. День два. Погода нас, конечно, не балует. В лесу-то сейчас хорошо. Идем по обратной стороне реки. Там река. Также пытаемся найти что-нибудь интересненькое. Наткнулись на какую-то полянку, где лезет чернина. Чернина интересная. Сейчас покажу. Ща-ща-ща. Крючок. Что-то типа дверного. Ну, красивый такой крючок, старый. И чернина есть. Он сейчас, ребят, копают. Сейчас мы онлайнчик-то и снимем. Как Димыч сейчас говорил, контент надо снимать, то ленимся. Тетя Люба опять потерялась. Слушай, здесь... А, нет, тоже песок, да? Пином надо. Я тут. Уже чистый черный. Лёп! А ты дальше ушла, иди обратно. Тут очки старинные. Интересно. Там где-то. Ага. Ты видишь? Надо просто убрать и еще. Небольшая еще. Вот это. Скажи такое. Ушко. Угу. Как какая-то штучка. Угу. Но это не советы. И все. А ну-ка, сейчас посмотрим. Вот такой прикольный ноябрьский лес. Ветер сильный там на полях. А я говорил сейчас в видео, кстати говоря, нас догнал в лесу сейчас егерь, если вдруг смотрите. Привет вам. Егерь нагнал, увидел машину, видать, в полях. Работают они. Службы эти очень даже неплохо. Подошел, поздоровались, познакомились. Проверяют. А, о, целое. Забираем. Снег прекратился. Вот, превратился в мокрый снег. Видите, как все это теперь выглядит. Первая монета сегодня советская. Зашмыганная. Да. Вымокли уже все. У Любки пуга-гирька была. 15 копеек. А тут и 20. Пятнашка и двадцатка. Рамки. Да, трудовой коп такой. Погода жесть. Хочется сказать жж, но получается слово жесть. Жужелица. Слышите? И дождь. Все, не стали мы больше вчера ничего снимать, ибо чуть не утонули. Выгнала у нас погода, отправляемся в Москву, вот все в машинке, там растянулись, только никого не видно, а видно. Первый раз, наверное, за всю историю такой слабый результат, да? Сколько у нас? 6 монет. За 2 дня получается. 4 совета, 2 империи.
Правда, два топора я не показывал. Может быть, вставлю в видос, не знаю. Селений не будет. Два топора, один 82-го года, клеймо У2, железка. Второй чуть-чуть не отмыли мы его, но они в очень хорошем состоянии, их надо будет сделать. И использовать. И использовать, да. Топорить. И больше ни хрена. До монгол не удался, куда хотели пролезть, не пролезли. Будем ждать следующего раза. Такой вот. Дождь без остановки. Забавный видосик получается. Коротенький, мокренький. На этом откланиваемся. Всем пока.